В Вашингтоне десятки тысяч сторонников Дональда Трампа приняли участие в демонстрации протеста против предполагаемых фальсификаций на президентских выборах. Участники акции поддерживают требования действующего президента провести проверку всех подозрений на нарушения, допущенные в ряде штатов в ходе подсчета голосов. Что касается фальсификации выборов, сейчас в СМИ они говорят, что, мол, нет свидетельств массовых фальсификаций. Но по мне так достаточно и одного украденного голоса. Я не занимаюсь статистическим исследованием. Для меня важно и одно единственное свидетельство фальсификации. После того, как улики будут опубликованы, все развернется в пользу Трампа, и он станет победителем выборов 2020 года. В штабе Трампа полагают, что массовые нарушения были допущены при подсчете голосов, присланных по почте, указывая при этом на недопуск своих наблюдателей и подозрительные сбои в работе электронной системы подсчета голосов Dominion. Основные американские СМИ не поддержали выдвинутые Трампом обвинения и объявили победителем выборов Джо Байдена. Параллельно с демонстрацией в поддержку Трампа свои акции провели сторонники движений БЛМ и Антифа. В социальных сетях были опубликованы видео нападений радикалов на расходившихся по домам сторонников Трампа. Президент призвал столичную полицию не допускать насилия и задерживать зачинщиков беспорядков.